Доброго времени суток, продолжаем снимать обзоры на еду и напитки. У нас тут рубрика «Фастфуд». Сегодня у нас на обзоре бренд «Франклис Бургер». Вот. Впервые попробовал я его где-то году в 21-м. Мне он не понравился, я больше не ел. Ну, решил взять на обзор, может, что-то изменилось. Как вы поняли из названия, сегодня у нас на обзоре 2.0 чизбургер. Приобретался он за 189 рублей. Сейчас посмотрим состав, калорийность. Итак, ребята, 2.0 чизбургер, 160 грамм, 189 рублей, как я уже говорил. Соответственно, с булочкой, говяжьи котлеты с сыром, маринованного огурца, красного лука, кетчуп и горчицы. Выглядит симпатично. На 100 грамм продукт у нас 300 килокалорий, 11 грамм белков, 20 грамм жиров, 20 грамм углеводиков. Вот. Ну что, симпатичная коробочка. Сам по себе он небольшой, всего лишь 160 грамм, кстати, удобно, но так раскладывается само по себе. Ну, пахнет котлетка огнем, две котлетки небольшие, булочка, сыр. Давайте пробовать, погнали. Да, очень похож на бургер из Бургер Кинга. Вот там такой аромат дыма присутствует в котлетках. Здесь тоже. Булочка мягкая, вкусная. Соуса, в принципе, достаточно. Котлеты тоже весьма вкусные. Маринованные огурчики тоже весьма ароматные и приятные. Да, небольшой такой бургер, он, конечно, сам по себе, выносит бургер, но на вкус неплохо. По вкусу, ребята, балла 3. Далеко не самый вкусный бургер, чизбургер, что я пробовал. На мой взгляд, из всех фастфудов, таких популярных, самый вкусный чизбургер именно это в Макдональдсе. Вот. Очень вкусный. С Бургер Кинга мне чизбургер не очень нравится. Вот Франклин похож на очень сильно на Бургер Кинг. Говоря именно про чизбургер. Да, что могу сказать. Нормальный бургер. Очень схож с Бургер Кингом. Мясо отдает огнем таким. Весьма приятно, таким костром, дымный аромат. Вот. Неплохие огурчики, их, правда, всего две штучки было. Соус вкусный, булочка тоже. В принципе, свои деньги неплохо, я поставлю 3 балла из 5. Вот. Можно брать, вроде неплохо, но как-то вот это вау, супер вкус, я не чувствую. По мне, самые вкусные бургеры фарш. Фарш бургерная, если они, правда, стоят дороже, но там бургеры намного выше. На этом все. Увидимся в следующих обзорах, до новых встреч. Пока.